Рада вас приветствовать. Сегодня нашу программу я назвала «Ягодный джем». Почему джем? Потому что, во-первых, джемом называют посиделки с большим количеством музыкантов, и когда они сочетают свое творчество порой совершенно неожиданно. А еще, ну что может быть лучше, как в зимний вечерок посидеть, попить чайку у камина с ягодным джемом? Вот, я думаю, что вам будет сегодня тепло и очень приятно на этом вечере. Еще должна сказать, что программа практически вся авторская, исполнительских вещей тут будет, может быть, только одна. Вот, потому что музыканты, которых я пригласила, они тоже творят, у них тоже есть свои авторские вещи. И так получилось, что в этот концерт я сегодня буду с вами очень делиться сокровенными вещами, потому что многие песни вообще не звучали никогда со сцены, многие песни были хорошо забыты, многие песни новые. Ну, в общем, большинство песен вы не слышали. Ну, а я постараюсь сделать так, чтобы вам было хорошо слышно. Ну, и видят, конечно, тоже постарается. У нас сегодня прекрасный звукорежиссер. Я очень рада, что Виктор с нами. Первая песня называется «Без ответа». Не спугни тишину тугую, пусть легонько ресниц коснется. Слышишь, песню поет, какую уходящее с неба солнце. Видишь, нам на излете танца улыбаются с неба звезды, и пора бы уже расстаться, и остаться еще не поздно. Пусть останется без ответа беспокойство юрской ночи и бессонница до рассвета и зари нерожденной прочерк. Осторожно, трава примята, след недолгий сойдет до зорьки, отчего пахнут встречи мятой, разлуки полынью горькой, отчего задрожали губы на ресницах роса. Откуда? Что же делать сердечком глупым, замерев в ожидании чуда?